Всем привет! Спасибо, что зашли ко мне в гости. Меня зовут Юля Прел, и сегодня мы будем с вами тестировать, распаковывать новый запуск от Патрика Стара, мейкап-артиста, который на самом деле был самым первым мужчиной, который вышел на YouTube и стал красить себя. Также Патрик Стар был в одном из сезонов шоу американского Drag Queen, Драг Королевы, и, в общем, он там очень успешно даже показал себя и уже, кстати говоря, успел сделать макияж очень многим известным личностям Голливуда. Итак, давайте уже к делу перейдем. Патрик Стар вышел со своей невероятно новой и уникальной коллекцией, надо сказать, по уходу за кожей. То есть, что это в себя включает? Это включает в себя вот такой спрей, который сам по себе удаляет ваш макияж. С него мы, наверное, и начнем. Чем интересен этот спрей? Тем, что у него здесь невероятно должна быть приятная струя вот этой вот жидкости, которая позволит вам идеально нанести этот спрей, и макияж просто сам, ну, легко смоется. В общем, называется сама коллекция One Size, что в переводе один размер, и она должна подходить буквально всем. И второй продукт, который вышел у него, это вот такие невероятно огромные салфетки для снятия макияжа. Они просто огромные, то есть если сравнить вот эти салфетки и мои нейтрогеновские салфетки, то просто почти в полтора раза больше эти салфетки. Называются они Juiciest Makeup Remover Wipes. Самые сочные салфетки для снятия макияжа. Хоть коллекция небольшая, однако есть на что посмотреть, это точно. Перед началом любого затестинга я всегда одеваю ободок, чтобы, знаете, мало ли. И сегодня, кстати, покрасила свои волосы, наконец-то. Вы скажите, видите ли вы разницу? Думала, на самом деле, может мне пойти блондинкой стать, хотя это бы заняло очень много времени, и волосы бы невероятно травмировались, поэтому да. Начнем мы с этого потрясающе ярко-красного компонента его коллекции, который у нас называется Go Off Makeup Dissolving Mist, и, кстати говоря, его стоимость составляет $24, и, что удивительно, на Sephora у него имеется целых 5 звезд, что очень даже неплохо для его начальной коллекции. И что мы имеем в плане именно ингредиентов и вообще как этот спрей действует? Патрик пишет, что это эпический мист, который буквально растворяет макияж. В состав этого спрея входит масло жожоба и также масло розшипа. Это, по сути, бесконтактное удаление макияжа, которое, к тому же, без воды. Здесь у нас 115 мл, что очень даже неплохо, должно это все служить вам, ну, месяца 3-4 точно. Итак, что на моем лице? На моем лице имеется достаточно плотный крем от NARS. На обоих ресницах у меня тушь. Одна из них водостойкая, другая из них не водостойкая. Я иногда люблю смешивать, чтобы был более такой драматический эффект, что ли. Поэтому посмотрим, как он справится с водостойкой тушью. Ну и давайте начинать. Окей. Я немножко не хочу, блин. Воу, ребята, это чувствуется настолько приятно на лице, вот знаете, как какой-то, о боже мой, оно все так, все, тут же это все, в общем, стирается, вау, я просто в таком шоке, немножко в глаза попала, ну вот именно масляная текстура вот эта, но блин, как же это классно чувствуется на коже. Знаете, это вот что-то вроде нанесения масла, когда вы наносите масло для снятия макияжа. А, мне попало это масло в глаза. Глаза как будто бы замылились, знаете. Блин, это вообще не очень, конечно, но... Невероятно приятный аромат, и если честно, когда вы начинаете это все на ваше лицо прыскать, вы даже не чувствуете, что идет какая-то струя. Вы вообще не чувствуете, что у вас что-то на лицо идет. Это невероятно круто. Ну что, ребят, вот так у нас получилось снять макияж, буквально в течение 2-3 секунд, пум, все исчезло. Первое, что я хочу сказать, это то, что вы не чувствуете, что эта струя уже летит на вас. То есть вы можете сделать 2-3 пшика, 4, и вы даже не будете чувствовать, что у вас на лице уже что-то есть, масляное именно, да? Когда вы уже смотрите на себя в зеркало и понимаете, что, боже, у меня оказывается на лице целая куча этого масла, вы начинаете тереть это все, и ваш макияж начинает сам по себе просто уходить. Исходить с лица. Эта текстура спрея, она отличается от корейских, потому что вы этого не чувствуете, потому что здесь в составе есть два хороших масла, масло жожоба и масло розшипа. Это делает снятие макияжа просто каким-то удовольствием, как будто вы носите какие-то процедуры по увлажнению лица. Все, 1, 2, 3 движения, у вас уже ничего нет на лице, и это шикарно.
Я считаю, что это реально заслуживает 5 звезд, просто потому что, ну, это магия. Если вы, допустим, мейкап-артист, вам нужно срочно, быстро снять макияж с вашей модели, без прикасания, там, без воды, пум, все, это исчезло. Дальше. Дальше мы будем использовать вот такие салфетки, One Size, салфетки, которые называются Glow Juiciest Makeup Remover Wipes, или самые сочные салфетки для снятия макияжа. И Патрик нам пишет, что потому что размер важен, наши гигантские супер напитанные салфетки удаляют весь, даже самый несмываемый макияж. И написано, что для того, чтобы получить самый хороший опыт снятия макияжа, использовать это все нужно вместе со спреем. По составу я выведу вам его на экран, но хочу сказать сразу, что здесь невероятное количество разных масел, и посмотрим, так ли они на самом деле сочны, как говорит нам Патрик об этом. Открываем. Та-дам! Невероятно красивая упаковка, надо сказать сразу. Вот так это все выглядит. Ай, понюхаем. Такой мягкий запах, то есть он не слишком ароматизированный у этих салфеток. Пахнет очень приятно, наверное, что-то вроде как мист, но он более цветочный, вот мне так кажется. Приятный запах, кстати говоря. Ух, ничего себе, вот это да. Посмотрите на размер этой салфетки. Вау, она даже больше моего лица, чтобы вы понимали. Для сравнения, эта салфетка от Патрика Стара, и эта салфетка от Нейтроджены. Видите разницу? То есть эта салфетка от Патрика Стара, она буквально почти, ну, в один раз больше. Закончим наш последний шаг выполнения нашей макияжной рутины. Приятный запах, прям реально приятно нюхать, потому что многие салфетки, они прям даже, ну, не очень вкусно пахнут или вообще ничего не пахнут. Видите, макияж все так же уходит, то есть у нас много даже чего осталось. Я буду использовать сначала только половинчатую часть, чтобы посмотреть, сколько мне нужно на мое лицо. Невероятно нежное прикосновение салфетки, это, скажем так, ничего не могу сказать необычного, это не шелк, это просто салфетка. Чувствуется, как будто бы на ней действительно очень много состава для снятия макияжа, однако я не могу сказать, что она прям супер-супер сочная и напитана этим соком для снятия макияжа. Но самое главное, что она не щипит глаза, это тоже очень важно, потому что очень бывает, ну, именно дешевые салфетки, они раздражают глаза, а это нет, это похвально. В принципе, я не могу сказать, что эта салфетка будет лучше Нейтроджены, ну, правда, мне кажется, даже не Нейтроджена. Нейтроджена, кстати говоря, даже намного чувствуется более мокрой, чем эта. Я понимаю теперь, почему салфетки эти на Sephora всего лишь заслужили где-то 3 звезды, что-то вроде того, то есть это не 5, не 4, 3 звезды. Потому что $15 за 21 штуку и такое большое полотенце, ну, я не знаю, не то, что, наверное, я ожидала от названия Juiciest или самая сочная салфетка из всех салфеток на маркете. Окей, просто окей. Время пришло, вот так выглядит моя грязная салфетка. Мне даже не понадобилась вот эта часть, поэтому спорное утверждение, что эти салфетки самые лучшие салфетки на маркете, потому что, ну, как бы это, в принципе, даже если подумать об этом, плохо для экологии. Салфетки эти, наверное, не так хорошо разлагаются, как, допустим, другие салфетки, которые имеют свойство разлагаться, такие тоже есть уже на рынке. Купила бы ли я их еще раз? Скорее всего, нет, потому что, ну, скажем так, это слишком обычно для того, чтобы тратить мне мои $15 за пачку этих салфеток. Да, упаковка, она невероятно крутая, она просто шикарная, но, как мне кажется, если, допустим, у вас супер какой-то невероятно тяжелый макияж, вы можете использовать этот мист. Мист — это вот, наверное, знаете, то, что я куплю еще раз, но об этом попозже сейчас поговорим, через буквально минутку. Не увидела ничего такого особенного в этих салфетках, только, может быть, упаковка и имя, ну и как они красиво достаются отсюда, ну, вы видели, да, поэтому выбор за вами, но я сказала вам свое мнение. Дальше, этот мист-спрей для снятия макияжа просто какая-то находка, это вообще, как я считаю, самое лучшее, что произведено сейчас на рынке, и это 100% лучше любых, как сказать, паст для смывания макияжа, которые вы должны под водой подержать, нанести на лицо, помылить, потереть, а это все смывает ваш макияж просто по щелчку пальца, и это очень круто. Стоит ли он $25? Да, определенно, потому что это новинка. Здесь очень невероятно тонкий спрей, который идет на ваше лицо, и вы его вообще не чувствуете, и, в общем,
это сделает вас счастливой как женщина, то есть каждый вечер вы будете умываться этим, и вы будете очень кайфовать от этого, поэтому я вам это очень советую. Напоследок, ребята, я хочу взять вот такую мицеллярную воду от Garnier, это вода, которую я, кстати, раньше пользовалась мицелляркой, но сейчас нет. Так вот, мы посмотрим, остался ли у нас вообще макияж на лице, помогли ли нам эти салфетки и этот мист убрать наш макияж полностью или нет. Немного, совсем немножко осталось чего-то на лице, но это, в принципе, достаточно предсказуемо, потому что это не умывалка, это именно мист для, да, растворения макияжа и салфетка. Это, как всегда, этого недостаточно, чтобы смыть все с лица. Ну что, ребят, это было невероятно приятное для меня занятие, попробовать новую коллекцию от Патрика Стара. Скажите вообще, как вам, понравилось ли это все действие, которое происходило на экране, потому что я получила большое удовольствие от использования этого миста для снятия макияжа, просто невероятная штука. Салфетки, как я уже сказала, это, ну, как бы, если вы хотите побаловать себя, потратить лишние $15, то почему нет? Что, ребят, вот такой у нас сегодня был обзор, мне было невероятно приятно это все смотреть, тестить, я безумно рада, что поделилась с вами своими новыми впечатлениями о новых товарах, теперь вы тоже знаете, что есть такой человек Патрик Стар, это не Патрик Та, это Патрик Стар, и он невероятно талантливый молодой человек, потому что он вышел со всеми этими новинками, которые, скорее всего, изменят рынок в ближайшем будущем, особенно вот это вот, потому что это невероятно классная штука, она стоит своих денег. Как я уже сказала, наверное, 2 или 3 раза, но все-таки. Не забывайте ставить лайки, а также подписываться на мой канал, потому что я планирую, вернее, это моя мечта, набрать 1000 подписчиков к Новому году, поэтому надеюсь, вы мне в этом очень поможете, ребят. Но я с вами не прощаюсь, мы скоро увидимся. Всем пока!